Тема номер 9. Служебные части речи. Служебные слова – это предлоги, союзы, частицы. Служебные части речи не называют ни предметов, ни действий, ни признаков, но имеют большое значение, так как они связывают самостоятельные слова, словосочетания, предложения, а также вносят в предложения дополнительные смысловые оттенки. Без служебных слов не всегда можно образовать предложение. Например, «Я стоял на балконе, но снежинки не падали на меня». Опустите служебные слова, и вы увидите, что предложение распалось, потеряло смысл. Служебные части речи.